Тут у меня одна подписчица спрашивает, чем лучше рисовать, мелками или карандашами, красками. Да. Я выложил фото, как я рисую очередной пейзаж мелом. Вот она спросила. Наверное, вот там нужно определиться, что вам больше тебе нравится. Растирать. Ну, я когда рисую мелками, то там сначала наносишь определенные цвета, оттенки, потом их растираешь. Ну, я пальцами растираю. Там можно, мне нравится рисовать мелом, потому что можно силой надавить там как-то, ну, путем надавливания происходит. Можно ударами наносить. Ну и как бы самими пальцами вот растираешь цвета, получаются переходы, какие тебе нужны. Можно там касаться вот. И краской это. Раньше я краской рисовал, ну, в основном. Ну, у меня постоянно было ощущение, что я борюсь с материалом. Ну, все время думал, что вот, когда я рисую, я как бы отвлекался на то, что мне неудобно было вот рисовать краской. Она как бы, ну, жидкая, и ей просто ты держишь как бы ну, на расстоянии кисточку и рисуешь, как бы получается, что мне вот казалось, что, ну, нету как бы какой-то связи с работой, с рисунком. Ну, карандашом и пастелью, мелом мне как бы казалось всегда, что это мое. И сейчас я в основном рисую только мелками, углем, а краской там вообще уже почти не рисую. Краска там вот мне особенно, ну, я всеми материалами рисовал, но мне особенно не нравилось рисовать, писать акварелью. Мне хотелось, ну, не нравилось акварелью, потому что там, ну, нельзя исправить как бы. И акварель это самая такая мягкая и легкая техника, то есть там нужно очень легко, легенько так. То есть вот, например, я видел, как вот, ну, это я рисовал на доску наждачную бумагу, прибил и пошел рисовать там вот однажды с одной девчонкой на озеро. Один раз рисовали, вот, и она рисовала, ну, вот как все рисуют там, ну, вообще вот как все рисуют вот краской там, гуашью или акварель, не помню, на бумажке. Бумажка, она такая, ну, сама по себе вот мягкая такая, она может легко порваться. Мне вот это тоже не нравится. Я вот люблю рисовать на твердых поверхностях, как, ну, вот на каменных таких, где можно силой надавливать, там, что этот мел крошится. И просто когда я рисую, ну, вот особенно вот раньше, когда я рисовал, у меня бумага все время там портилась, потому что я силой там, ну, краской там, или
углем с силой, ну, импульсивно так рисовал. И вот мы рисовали, я как бы положил, ну вот, положил вот эту доску на землю и начал вот, ну, закрашивать там мелками фон, там, углем. А она просто, ну, и вот для меня это как, не знаю, как какое-то сражение, там, прилагаешь какое-то усилие. А она просто сидела там, спокойно рисовала, там, легкими касаниями на этой бумаге. И как бы я вот тогда еще, ну, я обычно ходил всегда один рисовать, а тут вот один раз пошел вот с ней рисовать и мог увидеть, как бы, ну, сравнить, увидеть, как другой человек рисует. И вот у меня такой, я тогда понял, что, ну, увидел как бы вот разницу между тем, как я рисую, и как вот другой человек, и понял, что я, в отличие от других, рисую. Для меня это, как я что-то сказал, и что для меня это как борьба, там, какая-то, рисовать картину, как бои какие-то вот проходят. Я рисую, потом, ну, устаешь, передышка небольшая, потом снова начинаешь. А она просто спокойно сидит там, ну, так, просто так сидела, так сидит там, в одной позе рисует там, и порисовала там, убрала этот, ну, листок, и все, как бы, ну, и никаких эмоций там, ничего, никаких усилий там, ничего такого, то есть нет никаких вот движений, там, душевных порывов. Она там с водой, водичкой разбавляла. То есть вот акварель — это там просто водичкой, водичкой. Водичками рисуешь. Гуашь там можно там, ну, какие-то эмоции еще проявлять там. Правда, она выцветает, ну, становится такая белесой, когда высыхает. Из краски мне больше всего акрил нравился, потому что он наиболее яркий. И, ну, мне вот всегда хотелось яркость передать, там, яркость, такую насыщенность. Я вот его использовал, но я его причем вообще там наливал прям, очень, очень много денег тратил на акрил, потому что я его быстро весь просто лил его, выдавливал там на большую кисть такими ударами там, или, ну, так вот носил. Ну, никто не оценивал то, что я прям много оттенков там наношу и все такое, ну, вот так вот выражаю там такое чувство. Вот. Пробовал с маслом, но мне не понравилось там. Потому что оно сильно, ну, сильный запах у него. Ну и сама техника там такая, мне не нравится то, что там вот нужно разбавлять его ну, разбавлять, и на это как бы время тратить. А мне хочется прямо вот непосредственно как полный контакт, то есть там, ну, не тратить время на разбавление, а сразу там наносить. Сразу вот пришло интуитивно мысль, что нужно вот нанести вот такой оттенок, здесь вот такой, то сразу быстро взял. И вот мелками, когда рисуешь, проблема вот всегда в том, что приходится тратить время на поиск мелков. Ну, там вот их все вот эти вот цвета лежат, нужно быстро успевать за своим там чувством, искать вот эти мелки, там, цвета подходящие. Бывает, что они теряются, на маленький мелочек остается, теряешь, его ищешь, вот это вообще раздражает. Единственное. Ну, еще то, что вот в основном всем не понравится рисовать мелками, вот, ну, так как я вот рисую, это то, что пальцы стираются вообще сильно там до крови. Но я не считаю это недостатком. Не обращаю на это внимания уже давно. Просто мне единственный вот недостаток мелков для меня — это то, что их приходится искать. Цвета
теряются, мел приходится его искать или падает там со стола. Так, ну вот я как смог ответил. Я просто обычно привык писать об этом у себя на блоге. О рисовании, там все, свои мысли всякие разные. У меня вот больше так получается. Ну, либо рассказывать кому-то тоже, тоже вот как-то. А когда просто вот, ну, когда просто так записываешь, когда сам с собой разговариваешь, так не очень, ну, как-то не очень так получается передать там что-то. Ну, вот я ответил.